Всем привет! Сегодня я в этом видео покажу дегазацию воды через этажерку, насыщение кислородом 8,5 миллиграмм. Вода идет со скважины 30 метров. Это помощь другу. Так-то у нас далеко работает. Еще плюс водоем обрабатывается известью. Потому что здесь дно не бетонированное. Идет земляное дно. Чем чаще вносишь известку в такой водоем, тем лучше. Ну, так вот работает. Подается. Через сетки разбивается вода. Сейчас подойду поближе. Правда, тут еще 3 этажей. 3 этажа не доделаны. Сегодня буду доделывать. Ну, так, она работает. Как-то так. Спасибо за просмотр.